Всем привет, дорогие друзья! С вами город Алиэкспресс. По-настоящему осенняя посылочка. Вот так вот она запакована в такой вот пакет. Поставил специально другой ракурс, чтобы было видно ваше все. И вот такая замечательная, охренительная жилетка с отстегивающимся. Ух ты, тут еще какой-то замок, система ниппель. Вот так вот снимается. И вот так вот снимается. Нифига себе. И в общем, вот такая вот жилетка, которая даже не влазит в кадр. Но жилетка прикольная. С такими вот кармашками антивор. Суть кармашков антивор, рассказываю вам, сам не знал. Короче, в натяжку открывается, то есть там никаких хитрых замков нету, ничего такого нету, и открывается она исключительно в натяжку, когда вы стоите, когда вы где-то сидите, оно вообще не откроется. В общем, ну вы поняли, в общем, вот она не открывается, а если вот тут, то открывается вот так вот. Не промокайка, не продувайка. Нормально пошито, нормально сделано. Цвет хаки. Здесь у нас бирочка, лейбочка. Написано, что Water, Snow, Environment Resistant. То есть, короче, водостойкая, снегостойкая и непродуваемая. Давайте примерим, посмотрим, как она будет сидеть. В общем, так плотно прилегает, она еще потянется. Действительно удобная, супер легкая. Вес у нее чуть больше 180 грамм. Офигенно сидит, офигенно смотрится. Мне очень нравится. К сожалению, я вам больше не могу показать, как она сидит. И некуда камеру ставить. Ну, в общем, поверьте, она прикольная. Хорошо сидит, хорошо, мне нравится. В общем, вот такие вот дела, народ. Ссылочка будет в описании. Капюшончик тоже, кстати, отстегивается. В общем, я с вами прощаюсь. Всем пока.